Всем здорово, с вами Фанни. Играем в Хардстоун, третья потасовка. Я вернулся. Ну, шаманом я уже играл. А вот мага, наверное, попробовать надо. С последней нашей встречи я проходил только обучение. Ну, в принципе, я далеко не изменился. Не продвинулся в игре. Даже не на каплю. Выиграл одну рубашку 13-го. И выиграл. Поиск соперника. Бог ты мой, как у меня на это тупик? Бог ты мой, бог. Попиваем кофеёк. И ждем соперника. Опа. Опана, опа, опана, опа, опа. Ох ты, бог ты мой. Ох ты. Так, первый ход за мной. Как мне везет, конечно. Ну, никто другого не ожидал, в принципе. Самая бесполезная карта. Не, в принципе, если так подумать, она на два тенетника разменивается. Да, что я прогнал. Может быть очень интересно. Ой! Да я предсказатель. Ну давайте выставимся. Скрывать. Самое то. Вот прямо к нему. Оп, опа. Оп. Самая крутая шестерка. ХС. Вот что надо. А то начинают загонять коньяков всяких надо. Да что ж такое? Что отвлекаюсь? Ну, сыграем мы до первой победы. Ну, думаю. Не будет прям тут скилловых пацанов, потому что я сам не очень скилловый. Игрок кино. Только не талант. Ну, нормально. Вот так, наверное, вот так посмотрим. Да. Все лучше и лучше. Смысла пока ставить нету, в принципе. Рывок. Вот. Предсмертный крип, так предсмертный крип. Ох ты, хороший. Так ладно, спокойно. Разменюсь тут. Что у нас за на это все? Опа, а ну-ка, мы, наверное, сделаем вот так. Сделаем, тихо. Наверное, хрустогрызом мы так все-таки поставим, да? Ой, я потупил, ой, сейчас это выпало. Ой, гризли, ой, я дурак. Ну,
Дурак это пожизненно. Какой кайф иметь столько мозгов. На данный момент у него 10 карт. Да, так, это получается, если он ничего не разыгрывает, он жжет все карты. Ну, 10 карт, если больше, чем 10 карт нельзя с собой иметь. Опа! Мило. Мило. Опа! Вот тут это вот неплохо. Но мы разыгрываем. Высокогрива саванна. Спокойненько тут заминаем это все дело. И лицо. Закрылись нормально. А на следующий ход он холл. Робот. Ход у нас волна огня. Кольцо, да, конечно. Опа! Круто он, конечно, избавился от моего этого. Вот это круто. Или нет, все-таки не может конюка и... Это разыграть. О, монетка вышла. Опа. Три. Тащи. Ну так. А давайте-ка мы собрали карточек. Ну, сейчас. Ой-ой-ой. А, не, все правильно. О, зеркальная копия. И сейчас мы с отсюда еще дробим карту. Оп. Это двери? Двери. Оп. Оп. Все законно. Угу. Он по-любому будет размениваться с этим. Так как обилка ясна ему. А тенетник это кто? Это зверь. А у нас целая колода их почти с тенетников. У него перегрузка одна. А, лох. Мог газрилу поставить. Газрилочку. Кольцо холода. Опа. Нет. Очень странно. А ну раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Нет. Девять. Ну девять, нормально. Он дурак. Это человек дурак. Сначала надо было делать этот. А в принципе какая разница, что я тоже загнался. Уже загнал сам себя уже в пустые углы. Ну, все спокойненько решается, мы ставим вот это. Ой, блин, а что ж мне делать? Наверное, там туда не ставим. Ну, тяненько. Опа! Думаю, это, наверное, это. Неправильно сделали. Ошибка от меня. Да ладно, ты шутишь, друг. Вот это шутки, конечно, у тебя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Больше нельзя ставить на поле. Расслабься. Опа! А у него тоже такая фишка. Опа. Раз карта. Так, это раз у него карта пятая. Это шестая, да, карта у него? Давай, ставь тенетников. Чё ты? Ставь тенетников. Чё ты, а? Я их просто... Вот, козёл. Да чё не покажу. Ладно, этот мне уже больше не нужен, в принципе. 9 карт. Выставляем. То есть мы сначала выставляемся, потом. Ой. Затупил. Опа! Вот это легендарочка. Ой, бог ты мой. Давайте мы освободим место. Давайте мы ударим собак себя уже. Просто так. Сейчас, два, три, четыре. Вот кого я ищу, дорогие мои. Ну как, не ищу, просто.
Очень интересно. Это, в принципе, это зверь, он тут падает очень много. Но у меня ни одной легендарки. Да. Вы, ваш противник, кладет вопросы, что... Ух ты, нифига себе! А смысл? А, он за 5. Есть смысл. А ну-ка. А я-то понятно, да? Ладно, у меня есть пушка, то есть трайк. А не убиваю ли я его? Так что хорош, что пить. Два. Так, давай. 8, 10. Это все, это не пизда. Спасибо. Быстренький выпуск. О, победа охотникам или мага. Неплохо, неплохо. Ну все, гудбай, аривидерчи. Скоро мы увидим Накс Рамас. Это испытание. Вот такие вот монстры. 700 баксов. Осталось немножко, ребят. И будет вам Накс. Легендарка первая будет у меня. Все. Гудбай, аривидерчи. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пара-пара-пара-пара. Ага. Ладно, все, гудбай, ребята. Третий раз прощаюсь. Вот это класс. Аривидерчи.